Добрый день, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на серии экспертных дискуссий без диагноза. Сегодня мы не будем ставить диагнозов, но будем обсуждать будущее трудовых отношений. У нас в студии замечательные гости, в нашей Zoom-студии. Сегодня доцент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Илья Матвеев и HR-консультант, блогер, руководитель в прошлом группы подбора персонала компании Яндекс Ксения Авдей. Итак, трудовые отношения сегодня у нас на повестке, и мы будем ждать от вас вопросов. Пожалуйста, в ВКонтакте, в чате вы можете писать, наши замечательные модераторы все передадут нам, и тогда наша дискуссия сможет быть по-настоящему интерактивной. Начнем мы с таких мини-презентаций от наших спикеров, узнаем их мнение на, в общем-то, самый, наверное, острый вопрос, который интересует всех, кто так или иначе работает или планирует найти работу, или является работодателем. Собственно, сейчас много говорят о том, что трудовые отношения каким-то образом изменятся. И меняются ожидания работника и работодателя. И вот эти изменения трудовых отношений, на самом деле, многие из них уже давно созревали. И просто очередной кризис стал катализатором для этих процессов. Другие процессы, другие изменения трудовых отношений стали неожиданностью и действительно являются чем-то новым в теме труда. Ксения, может, вы начнете, расскажете нам, как вообще бизнес-сообщество, как HR смотрит на сложившуюся ситуацию, что нам ждать, какие долгосрочные тенденции появились на рынке труда? Да, всем доброго дня. Вы действительно правы в том, что тенденции не начались вчера, когда, собственно, объявили локдаун, или когда мы поняли, что будет еще и финансовый кризис. Конечно, это началось все не вчера, и рассматривать картину правильнее с другого отрезка времени, с тех тенденций, которые так уже начинались. Потому что что такое кризис и как мы вообще проживаем этот промежуток? Внутри кризиса есть один важный момент, который нужно понимать. Многие процессы, которые стартовали до кризиса, они приобретают другую скорость. Либо они очень сильно ускоряются, либо они умирают, если они до этого умирали вялотекущие. И такие процессы очень быстро схлапываются. То есть, если на это должно было уйти лет 5, то, собственно, на удаленку мы все сели за неделю. Если еще 4 года назад я не могла говорить ни одну компанию пересадить сотрудников хотя бы на 1-2 дня на работу удаленную, и этой инициативе всегда был такой отказ под названием «не будут работать», сейчас все работают, худо-бедно, плохо или хорошо, но работают. Поэтому какие-то процессы действительно очень ускорились, какие-то продолжают набирать свою силу. Например, один из продолжающих, развивающихся трендов — это перераспределение необходимых трудовых ресурсов между индустриями, между компаниями и даже между странами. То есть мы настолько сейчас подключены к мировой картине, к тому, что происходит, мы имеем возможности наблюдать и даже трудоустраиваться в другие страны, в другие города, если мы говорим про территорию, например, нашего государства. И все это сейчас ускорилось. Многие компании, какие-то компании пошли вверх, какие-то действительно переживают кризис, перестраиваются и смотрят, какими они будут дальше. Но в любом случае перераспределение внутри того, что будет нужно рынку будущего и что уже не нужно или не нужно в таком количестве, происходит сейчас везде. Не нужно думать, что это происходит только в Российской Федерации, что у нас вот только там заводы стоят. На самом деле многие индустрии умирают или проходят такие какие-то трансформационные изменения и в Штатах, и в Китае, и в европейских странах. И это перераспределение, оно такое очень массивное, потому что очень под многие процессы тоже завязано. Также во многих индустриях стал очень коротким вертикальный трек, то есть вертикальный рост. 5-8 лет внутри одной компании или даже внутри одной индустрии,
и у человека наступает потолок, и большое количество людей, которые приходят ко мне, к моим коллегам, жалуются на то, что действительно в достаточно молодом возрасте они уже не понимают, куда им идти, куда им двигаться, каким должно быть дальше развитие их карьеры, горизонтальное, вертикальное, если вертикальное, то куда, где и так далее. Поэтому это такая история, которая запущена с одной стороны автоматизацией, с другой стороны, действительно, мы стали видеть разные системы, малый бизнес, где вертикальный трек действительно может быть небольшим, крупные компании, где трек подлиннее, но в любом случае это все мы начали на себя примерять, смотреть, знаете, наблюдать, и поэтому возникает сейчас много вопросов с профориентацией, с переобучением, куда, зачем, в каком возрасте, каким образом это все строить. И это такой очень большой вопрос, который сейчас пытаются съесть многие компании. Если мы посмотрим, все крупные компании сейчас пытаются заниматься профориентацией, устраивают кафедры в вузах, разрабатывают свои обучающие программы и так далее. Это все говорит о том, что кризис внутри этого вопроса, он серьезный, и его пытаются каким-то образом преодолеть и во что-то превратить и компании, и каким-то образом пытаются с этим разобраться и люди. Следующее изменение, которое горит уже тоже не первый год, это срез так называемых middle позиций внутри компаний. Раньше, как нам говорили, автоматизация придет, мы перестанем заниматься рутинными задачками. Все срежет внизу, и мы останемся только с интеллектуально нагруженными челлендж-задачами, будем все такие классные, сидеть их и решать. На самом деле произошло в некотором смысле даже наоборот, middle позиции, вернее, джуниорские позиции во многом остались, но срезаются сейчас именно middle позиции, то есть это средние руководители, это лишние слои внутри больших структур, и это можно легко отследить, просто открыть любой джоб-ресурс и посмотреть, какие сейчас есть в свободном доступе резюме. Можно понять, что это определенные слои, определенные люди, которые занимались какими-то задачами, но их уже столько, что системам просто не нужно столько уровней принятия решений. То есть что такое руководитель, что такое middle позиция, это всегда принятие определенных решений. Сами системы меняют орг-структуры, централизуются где-то принятие решений, и таким образом спускается уже какая-то определенная задачка. И вот такое количество middle позиций уже просто системам не нужно. А что значит не нужно столько middle позиций? Это означает, что становится все меньше позиций с уровнем принятия достаточно высоких серьезных решений, с уровнем определенной ответственности, власти, полномочий. Да даже те же челлендж-задач, чтобы до них теперь добраться, сам трек должен быть построен определенным образом, ну и действительно человек должен иметь этот доступ к сложным задачам, в интересных компаниях, в которых все это есть, которые сохраняют оптимизм, у которых есть ресурсы, которые имеют стратегию и так далее. То есть к этому всему должен быть доступ. И, наверное, еще два важных изменения, которые я хочу заметить, которые, думаю, важны будут для нашей сегодняшней аудитории, это то, что система образования сейчас не успевает за развитием того, что необходимо современному бизнесу, и во многом студенты, я не могу сказать, что все, но многие выходят абсолютно неподготовленные к рынку труда, при этом выходят с достаточно большим раздутым эго, которое многие вузы накачивают, при этом ничего не умеют. И представьте себе, то есть там идут сокращения, работы со смыслом меньше, полномочий меньше, конкуренция ужесточается, потому что нас становится больше, и выходят такие люди в некотором смысле не готовые. И это серьезный конфликт того, что молодые люди начинают делать, как они к этим системам адаптируются, как преподавательский состав их адаптирует, как мы в этом всем помогаем. И системы образования в чем-то действительно у нас сильны и крепки, и это признает все мировое сообщество. За многих наших ребят борются различные компании, и наши сотрудники сейчас,
кто уже вышел где-то к возрасту там, 25-30, там, 35 лет с востребованными навыками, востребованными в мировой реальности, но все же большая часть вузов действительно за этим не успевает, поэтому и компании организовывают свои системы образования, свои кафедры открывают, поэтому учат каким-то вещам, которые реально нужны на будущих рабочих местах, и здесь вот как раз вот этот вопрос стыковки, он очень серьезный. И серьезный вопрос стыковки, переобучения, перепрофориентации. Преимущество всего этого, то есть не нужно думать, что это все негативные только тенденции, это на самом деле просто обычный ход истории. Если мы проследим последние 100 лет мировой истории движения там, индустриального общества сейчас к информационным и так далее, мы посмотрим, что изменения — это не хорошо и не плохо, они просто определенным образом идут, и либо ты их знаешь и их учитываешь, либо ты о них ничего не знаешь, и тогда ты не имеешь возможности управлять точно так же, как управлять своим карьерным треком, точно так же, как управлять какими-то изменениями, которые происходят в период пандемии. И, на мой взгляд, сейчас самыми незащищенными оказались люди, которые как раз не информированы, или только сейчас получают какое-то определенное количество информации, и поэтому становится достаточно трудно такой объем информации в себя впитать и даже переварить. Вот даже я сейчас там сказала, там 5-6 условных таких ключевых вещей, но для человека, который в это не погружался, это очень тяжело и сложно, и, может быть, даже это болезненно, потому что непонятно, как в этом, внутри всего этого тогда действовать, как выстраивать свою тактику движения и так далее. Вот, собственно, нужно понимать, что это просто обычные изменения, мы внутри них живем, изменения существовали всегда, сейчас они немножко интенсивны, но у нас есть большой плюс. Мы имеем возможность об этом говорить, мы имеем возможность об этом имеем возможность это обсуждать и имеем возможность все-таки придумывать какие-то способы решения самых разных ситуаций. Наверное, у меня на этом все. Спасибо, Ксения. Да, будем рефлексировать про изменения, будем осознанно к ним подходить и принимать их как неизбежную часть вообще исторического развития. Ну, а насчет несогласованности ожиданий работодателя и выпускников, у нас такие замечательные преподаватели на факультете политических исследований и международных отношений. Вот, например, Илья Матвеев сейчас нам тоже расскажет. И расскажет он, наверное, да, про ожидания простого человека в этой всей истории, да, не какого-то замечательного сотрудника корпорации, да, или успешного middle-менеджера, который хочет взять на себя огромную часть управленческих решений, да, о том, как переживает кризис представитель рабочего класса и какая же роль государства во всей этой истории и во всех изменениях, про которые сегодня нам говорила Ксения. Илья, пожалуйста, расскажите нам. Спасибо. Так, у меня есть небольшая презентация, которую я сейчас выведу на экран. Не очень серьезная, но все-таки с парой графиков. Мне так проще. Я продолжу говорить о том, о чем Ксения начала рассказывать, о том, что нынешние изменения, хотя они кажутся каким-то сверхрадикальным таким шагом в неизвестность, на самом деле готовились достаточно долгое время. Ну и я попробую такую макрокартину показать тоже того, что происходит на рынке труда, не только в России, но и в целом в мире. Я абсолютно согласен с Ксенией, что Россия очень сильно подключена к мировым процессам, и очень многие вещи у нас похожим образом, на самом деле, разворачиваются. Вот первая картинка, я думаю, многие ее видели, вот этот чудовищный, драматичный рост безработицы в Америке. Февраль 2020 года. Лучший результат, официально лучший результат за 50 лет, всего 3,5%. Апрель 2020 года, по итогу месяца, почти 15% официальных безработных в США. То есть понятно, что мир на самом деле таких графиков не видел. Никто не знает, что будет дальше, каким вообще будет выход из рецессии такого типа, потому что, ну, похожие цифры, да, 15% безработицы в Америке были во время Великой депрессии в 30-е годы. С тех пор ничего близко не было. Но, с другой стороны, на что я хотел обратить внимание, вот мы видим эту цифру, такую сверхоптимистичную, которая кажется таким потерянным
МРАЕ, вот эти 3,5% безработицы до пандемии, до карантинных мер. А что на самом деле эта цифра означает? И если углубиться в этот вопрос, мы увидим, что Америка, как и все остальные государства, на самом деле, она очень сильно как бы зауживает определение безработицы официальное для того, чтобы эта цифра была низкой. Потому что все государства хотят внушать оптимизм своим людям, да, избирателям, и цифру официальной безработицы стараются определение сделать таким очень-очень узким для того, чтобы многие люди под него не подпали. Под определение безработицы в США подпадают люди, которые вообще никакой не имеют работы, даже самый-самый частичный, и которые при этом ее ищут в течение последних 4 недель. То есть если вы вдруг на месяц взяли паузу, вы месяц работы не ищете, хотя бы месяц, то вы уже официально безработным не считаетесь, если у вас нет работы. Если вы работали хотя бы 1 час на протяжении прошлого месяца, то вы тоже считаетесь уже человеком работающим. Соответственно, если мы в эти 3,5% включим тех, кто в течение прошлого месяца работу не искал, потому что устал уже искать работу, потому что ищет ее месяцами, а может и годами, эта цифра сразу же вырастет на несколько миллионов человек и на несколько процентов. Если мы включим тех, кто называется underemployed, те, кто работают частично, там, 20, 15, 30 часов в неделю, но хотели бы работать больше и просто вынуждены работать меньше, потому что им не дают работодатели больше рабочих часов. Еще несколько миллионов человек, еще несколько процентов. Если мы включим тех, кто даже имея некий постоянный контракт, все равно хотел бы работать больше и, соответственно, больше получать, еще несколько процентов, еще несколько миллионов. И вот если мы так всех людей включим, которые в той или иной степени недостаточно вот, включены в рынок труда, некоторые исследователи дают цифру до 20%. До 20% underemployed. Да? При официальном уровне безработицы 3%, настоящий уровень безработицы близок к 20%. Понятно, что это не означает, что сейчас ничего не произошло и безработица не выросла. Конечно, выросли и все эти прочие цифры тоже. И ситуация, на самом деле, еще более катастрофическая, чем вот эти 14,5% нам показывают. Но просто важно понимать, что как бы степень недостаточности работы, которую рынок труда предлагает, она гораздо выше, чем вот эта цифра официальной безработицы. Причем дело даже не в том, сколько люди работают и хотят работать, а еще в том, в каких условиях они работают. Есть такое общее понятие, максимально широкое, нестандартная занятость. Нестандартная занятость – это все, что за пределами бессрочного официального трудового договора, который дает все виды социальной защиты человеку. То, что у нас в России называется соцпакет, работа с соцпакетом. Ну, то есть больничный, отпуск и все такое прочее. Нестандартная занятость бывает миллионов разных видов. Например, это работа через агентство. Когда вас нанимает одна компания, работаете вы в другой, потому что вас туда отправили. Это все формы срочных трудовых договоров. Это все виды квази-самозанятости. Когда вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, на самом деле вы работаете, ну, например, там, таксистом, да, вашим трудом управляет диспетчер, вы, по идее, работаете на работодателя, но при этом все оформлено как самозанятость. Таких видов работы очень много, и надо сказать, что такие виды работы растут количественно. Вот интересный график по Евросоюзу, он включает 28 стран Евросоюза, точка исходная 2008 год, 2008 год 100%, да, и он демонстрирует рост разных видов занятости. А вот эта черненькая линия – это общая занятость, а вот эта вот линия розовая – это частичная занятость. И частичная занятость росла гораздо быстрее, чем занятость в целом. Это говорит о том, что вот эта вот нестандартная занятость, она все больше и больше распространяется по миру, и это общая такая тенденция, которая началась не во время пандемии, она началась еще, наверное, 30-40 лет назад, такие первые сдвиги в сторону частичной занятости, и ускорилась после как раз кризиса 2007-2008 года, вот последней этой великой рецессии, поэтому здесь, собственно, этот год взят за 100%. То есть это не случайное решение, а тот кризис прошлый, он по всему миру запустил такие вот изменения труда, при которых бессрочный
трудовой договор, то, что называется стандартная занятость, постепенно сам превращается в нестандартную вещь. То есть бессрочный трудовой договор становится привилегией и, на самом деле, желанной такой штукой. Вот. Здесь хочу сделать небольшое лирическое отступление. Многие агентства занятости, какие-то даже экономисты современные говорят нам, что бессрочный трудовой договор – это какая-то архаичная вещь. И он вообще уходит в прошлое, и он должен быть заменен гибкими формами труда. Вот гибкость – это достоинство, гибкость – это что-то прогрессивное, хорошее, это вот, будущее. Труд будет гибким, вы сами выбираете свои рабочие часы, сами выбираете, когда вы работаете, когда не работаете. Фриланс тоже замечательная вещь. Вот все это пропагандируется как какая-то прогрессивная история. А обычный трудовой договор, как в России, вы даете трудовую книжку работодателю и работаете вот, неограниченное количество времени. Это представляется как что-то такое устаревшее. Но на самом деле вот такой трудовой договор – это достижение сравнительно новое, достижение 20 века, и это действительно одно из величайших достижений нашей человеческой цивилизации. Потому что вот гибкость пресловутая, она как раз в предыдущей эпохе, вплоть до второй половины 20 века, она была нормой. Да, она была не исключением, она была нормой. Вот эта картинка, это докеры в лондонском порту, которые выстроились вот в эту гигантскую очередь и ждут, кого из них отберет мастер для работы в течение данного конкретного дня. А может быть, даже нескольких часов. Иногда они собирались вот в эту огромную толпу несколько раз в день, кого-то из них пальцем показывали на него, значит, работодатели, да, ему давали какую-то работу, давали пару пенсов за его работу, и вот потом он опять стоял в эту очередь. Естественно, это страшно унизительный процесс, причем люди, которые там сзади этой очереди стоят, они буквально по головам там пытались пройти вперед, чтобы на них обратили внимание вот эти люди в цилиндрах, которые отбирают себе работников. И, между прочим, эта система сохранялась вплоть до 1960-х годов. То есть полностью ее устранили и сделали докеров постоянными работниками с постоянными договорами только в 60-х годах. Это очень интересно. А в 70-х половину портов в Лондоне пришлось закрыть из-за деиндустриализации. Ну, то есть люди нормально работали, может быть, 15 лет за всю историю портового дела в Лондоне. Вот. Если кто-то думает, что сейчас, кстати говоря, таких форм труда, когда человек приходит куда-то, да, и ждет работу в течение всего дня, физически просто ждет с другими людьми, потом кто-то отбирает его, и он начинает работать, если сейчас этого нет, то это ошибка, потому что вот, например, в Америке магазины Home Depot, типа нашего Максидома или Руа Мерлена и всякого такого, вот мигранты из разных латиноамериканских стран, которые там дежурят целыми днями у входа в эти магазины, и когда людям какой-то срочный ремонт нужно сделать, они иногда берут такого вот мигранта и говорят, ну что, поехали, там, повесишь мне полку, заплачу тебе 10 баксов за это, ну, например, да, или покрасишь мне стену, будешь 2 дня работать, заплачу тебе там 50 долларов. Вот. И то же самое они стоят и ждут точно так же, как вот эти лондонские докеры 100 лет назад. Более того, в третьем мире, кстати, есть и фабрики, и заводы, на которых тоже все так устроено, где работодателю очень удобно, просто вот ему нужно сегодня там 20 человек. Он выходит за заводские ворота и говорит, ты сегодня работаешь, а вы все остальные не работаете. И такое действительно до сих пор практикуется. Но самое главное, что сейчас мы сталкиваемся с такой продвинутой, как бы технизированной версией того же самого. Конечно, огромное большинство людей, они вот так вот не стоят рядом с этим хоум-депотом, они ждут просто в приложении в своем на телефоне, когда будет какой-нибудь заказ. И тогда едут, собственно, этот заказ выполнять. Конечно, все это через посредство телефона происходит, через какое-то приложение, интернет-технологию, но с социальной точки зрения это очень-очень близкий процесс. Поэтому парадокс нашего времени в том, что организация труда становится технически продвинутой, ну, то есть помогают приложения, интернет-сайты, какие-то технологии новые. Но с социальной точки зрения это такой регресс к 19 веку. И это очень угнетает, да? Потому что хотелось бы, чтобы социальный прогресс шел в ногу с технологическим, но они, наоборот, идут в разные стороны. Вот.
А что касается России, Россия полностью в тренде всех этих изменений. У нас тоже есть огромное количество форм нестандартной занятости. Тот же самый заемный труд, работа через агентство. Есть огромное количество заводов, например, в нашей стране, куда вы не устроитесь просто так. Вы сначала работаете на какую-то третью фирму и работаете по срочному договору. Если вы завод удовлетворяете, то вас, возможно, возьмут в штат самого завода. А может быть и не возьмут, вы все время будете через фирму работать. Огромное количество у нас разных других форм срочных договоров. Ну и самое главное, Россия еще отличается тем, что у нас огромный серый как бы, сектор, где вообще занятость без документов, без всего, и там условия тоже максимально нестабильные, потому что если у вас вообще никакого договора нет, даже срочного, то вас уволить — это просто расплюнуть. И, возможно, в самом низу этой пирамиды находятся мигранты, ну, как и в Америке, собственно, которые... которым просто может работодатель на стройке сказать, ну что, я решил, что не только я тебе ничего не заплачу, а еще ты мне должен за то жилье, в котором ты живешь, за еду, которую я тебе даю, поэтому ты сейчас будешь работать как бы за еду в следующие 3 месяца. Вот. И организации помощи мигрантов такие отношения вообще фиксируют как рабство и борются с рабством. Но в целом просто в России тоже очень нестабильные условия труда, и вот эта нестабильная, нестандартная занятость, она растет. Что нас ждет в связи с пандемией и с карантином? Ну, я думаю, что вот эта тенденция, вот это примерно нас ждет, и эта тенденция продолжится, и такая вот нестандартная занятость будет расти, потому что мы видим по всем предыдущим кризисам, что восстановление... в стандартной занятости происходит гораздо медленнее, чем рост вот этой нестандартной занятости во всех формах. Во многих странах стандартные, обычные как бы, трудовые договоры, вот такая занятость так и не восстановилась с 2008 года. Теперь, понятное дело, она будет еще дольше восстанавливаться. Мы погружаемся не просто в мир экономических трудностей, да? Мы погружаемся в мир, в котором действительно вот, бессрочный трудовой договор возможно, станет такой привилегией для самого-самого привилегированного класса. То есть привилегированный класс – это люди, у которых просто трудовая книжка лежит у работодателя, которым выплачиваются больничные, отпускные и так далее. Вот такая мрачная картина здесь может возникнуть. Ну и вопрос, как с ней бороться, как не допустить такого негативного сценария. Возможные меры поддержки. Я здесь, естественно, перечислил не все меры, а только те, о которых не очень много говорят и где требуется некая креативность, да? То есть какой-то вот интересный подход. Потому что понятно, что эта проблема комплексная, ее нужно решать с разных сторон. Во-первых, госпрограмма занятости. Не просто госпрограмма переобучения, программа какой-то дополнительной квалификации, которую вам помогает государству приобрести, это все очень важно и тоже здесь недостаточно делается, но, на мой взгляд, нужно, чтобы государство напрямую создавало рабочие места для тех, кто потерял работу в результате кризиса нынешнего. И, между прочим, вот какие-то отдельные регионы, они такие программы разрабатывают, например, Ленинградская область анонсировала, что будет такая работа с зарплатой в 2 минимальных размер оплаты труда, она будет, ну, такие общественные работы по, там, дороге, там, мосты, велодорожки будут эти люди помогать делать, примерно как в Америке в 30-е годы. Но также, например, создание туристических маршрутов, какое-то обновление каталогов туристических, вот за это за все будут платить 2 минимальных оклада, то есть около там, 25 тысяч рублей, и люди, которые потеряли работу, будут так работать. На мой взгляд, это нужно перенести на федеральный уровень, и нужна федеральная программа занятости, когда людям будут за счет федерального бюджета предоставлять работу тем, кто ее потерял. Второй момент – меры по обелению зарплат. Тут тоже наше государство пошло на беспрецедентную меру, снизило социальные взносы зарплат для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. И даже наш президент обещал, что это будет не временной мерой, а постоянной мерой. Но крупный бизнес, который в России начинается с 500 человек,
с 500 работников, сразу спросила, почему вот если 499, 15%, а если 500, то 30%. Как вы можете это объяснить? На мой взгляд, вопрос как бы имеет основание под собой. И более того, у вопроса есть предыстория. Еще до всех этих кризисов был предложен такой налоговый маневр, который заключался в том, что вот эти социальные взносы государство понизит, а НДС, косвенный налог, который все платят, повысит. Ну, чем все закончилось? НДС повысили, социальные взносы не понизили. Их понизили только сейчас и только для определенных групп работников. На мой взгляд, это можно распространить на все прочие категории работников, снизить социальные взносы. Вот. А третья мера, тоже, наверное, самая сложная и самая интересная. Можно ли дать какие-то гарантии социальные тем, кто работает как раз, как я описал, через приложение в Uber, в Яндекс.Такси, все, что в целом называется гиг-экономикой. Да? Казалось бы, сама эта форма работы предполагает то, что тут никакой социальной поддержки нет. Ну, то есть человек работает сколько хочет, там час, два, три, десять в неделю. Вот у него есть эта гибкость максимальная. Но она, платой за эту гибкость является то, что у него ни отпуска оплачиваемого, ни больничного, ничего нет. Вот. И на самом деле это не обязательно должно быть так. Вот пример Дании, 2018 год, первый в мире коллективный договор между профсоюзом и таким сайтом, который обеспечивал уборщиков и уборщиц для людей, которые искали себе, ну, тех, кто уберется у них дома. Типа нашего Клин. Вот. То есть это типичная платформенная экономика, приложение, ставите себе приложение, получаете заказ, убираете чью-то квартиру, получаете за это вот разовый гонорар. И суть коллективного договора в том, что когда человек вот так 100 часов нарабатывал, ему за счет вот этой компании, за счет этого веб-сайта предоставлялся весь пакет социальной поддержки. Ну, то есть больничный оплачиваемый отпуск в каком-то размере, и компания это предоставляла ему. На мой взгляд, не уверен насчет полдоговоров, учитывая состояние профсоюзов в нашей стране, к сожалению, маловероятно, что наш профсоюз ПНПР выступит с такой инициативой. Вот. А независимые профсоюзы, они слишком маленькие для этого. Но государство просто могло бы в целом ввести такую норму, что для людей, отработавших на платформе какое-то количество часов, предоставляется, во-первых, минимальная зарплата почасовая, во-вторых, гарантии типа больничного и отпусков это можно сделать в виде такой страховки. То есть компания покупает страховку у специальной страховой фирмы, и когда работник там требует больничный, ему вот эта страховая фирма выплачивает эти деньги. То есть, в принципе, здесь можно найти такой гибрид государственного и рыночного решения. В этом направлении интересно подумать, потому что понятно, что сейчас как раз количество таких гиг-работников будет расти. Те, у кого раньше была работа там, в ресторане, и в кафе, и в фитнес-центре, и во всех закрытых местах, даже когда их откроют, понятно, что это будет еще какое-то время восстанавливаться, мы не знаем какое. И люди пойдут массово на сайты типа Profi.ru, там, Юду. Вот и для них тоже должны быть гарантии. И это не потребует таких уж гигантских затрат, но при этом сильно улучшит жизнь людей. Вот, наверное, то, что я хотел сказать сегодня. Так. Спасибо, Илья. Очень занимательные картинки. Напоминаю, что мы проводим серии экспертных дискуссий без диагноза. Для тех, кто только что подключился, мы обсуждаем труд. Вы можете задавать вопросы, мы очень рады и мотивируем вас на обратную связь. Пишите ваши соображения, такие провокационные мысли про недозанятых и что стандартный наш трудовой любимый договор скоро будет нестандартным и роскошью, и вообще люксом, на который далеко не все работодатели будут готовы. Итак, собственно, мы послушали два мнения наших экспертов. Сегодня, повторяю, это Илья Матвеев и Ксения Авдей. И мне хочется задать вам такой вопрос. Вот я неоднократно уже слышала, особенно от психологов, которые занимаются консультированием и в основном педагогическими такими вопросами, про то, что, возможно, в будущем, в принципе, все равно, как бы мы ни старались, столько рабочих мест и не понадобится.
да, и важным профессиональным качеством для человека будет возможность ничего не делать или работать совсем чуть-чуть и как-то от этого тоже не сойти с ума и получать удовольствие от жизни. Может быть, действительно мы идем к тому, что государство будет платить некий фиксированный небольшой доход, и люди будут заниматься там, творчеством и работать далеко не 40 часов в неделю. Вот что вы про это думаете? И как насчет вот, будущего занятости для всех? Настолько ли она обязательна? Ксения? Да, спасибо за вопрос. Я считаю, что действительно один из сценариев, к которому мы пока что двигаемся, это сценарий, когда рабочих мест не будет хватать всем, и, как я уже говорила, в одном из своих тезисов не будет хватать работы интеллектуально нагруженной, то есть то количество людей, которые выходят из систем с высшим образованием и сталкиваются с тем, что им нужно работать, ну, например, в той же гиг-экономике, не на самых, там, можно сказать, интеллектуально нагруженных позициях, это подтверждает пока что. И это один из сценариев, когда мы пойдем в сторону, где будем сопровождать людей, которые должны были бы работать, но им просто негде. Уже сейчас можно зайти на один из известных джоб-ресурсов и увидеть 500 тысяч примерно вакансий против 14,5 миллионов резюме. То есть даже если мы откинем погрешность, что там не все компании, что там нет малого среднего бизнеса, окей, половину срежем даже. Даже 7 миллионов против 500 тысяч вакансий, то есть, ну, то есть, или там миллион вакансий, то есть все равно пропорция, даже если вот прям очень грязно считать, она прям серьезная, и это только сейчас, а мы еще в кризис на самом-то деле не зашли. Мы буквально там третий месяц в этой истории варимся, о том, какой глубины будет кризис, мы будем судить в сентябре-октябре, то есть то, как, когда мы будем из него на самом деле выходить. И сейчас, да, есть какие-то первые меры, но их недостаточно, все про это говорят. Первые меры недостаточно, второй даже пакет мы уже видим, этого недостаточно, то есть это вообще еще не разгон экономики. Ну, каршеринг открыли, окей, ну, от этого каршеринга никому там ни холодно, ни горячо, особенно с теми условиями, с которыми они разрешили им пользоваться и так далее. То есть мы еще туда не зашли, мы еще не понимаем. Поэтому действительно один из сценариев, который такой самый хмурый, это как раз мы идем в эту сторону. Другая история, другой сценарий есть. Есть оптимисты, которые его как раз так или иначе тоже обсуждают. Есть другой лагерь, всегда есть два лагеря, никогда нет только пессимистов. Это те, кто обсуждают, что на самом деле мы сейчас вообще действительно перейдем вот к этой какой-то абсолютно там творческой истории, когда количество творческой работы будет выше, когда мы вообще изобретем новые индустрии, новые сферы работы, как это делают, например, европейские государства, то есть у них там есть и организации, которые помогают от такой группе населения, другой группе населения. То есть мы уйдем от вот этого желания постоянно там вертикально расти, это то, что нам привил западный менеджмент, ну и в том числе на самом деле и восточный тоже. Они просто по-другому это сам, ну, определяют и рассказывают, но на самом деле это все такое достигаторство определенное. Мы уйдем от достигаторства и уйдем в более плоскую структуру, более плоское взаимодействие, потому что идут другие люди, идут люди-недостигаторы за нами, идут люди, которые ориентированы на другое, на то, чтобы потреблять меньше, на то, чтобы работать в свое удовольствие, а не на достижение и так далее. То есть вопрос в том, а кто сейчас возьмет бразды правления и в мировом масштабе, и среди нас, как среди активных граждан, потому что мы идем следующими, кто будет вообще, ну, так или иначе, не то чтобы эти законы даже формировать, мы будем руководить какими-то коллективами, мы будем что-то писать, мы будем что-то внедрять. Это мы сейчас вот идем на смену, мы готовимся, мы нагружаем свой мозг для того, чтобы туда выходить. И вот второй сценарий, я вижу его, как ни странно, как возможный, когда другая часть населения с другим уже мышлением, с другими понятиями придет и скажет, нам это все не нужно,
мы хотим по-другому строить этот мир, и будут внедряться какие-то другие конструкции. Они уже сейчас потихонечку чуть-чуть внедряются, но этого очень мало пока что, очень мало. И самое главное, пока это не внедряется в экономическую составляющую под названием «А где деньги, Зин?», где будут формироваться деньги, потому что как бы мы ни говорили про прекрасные творческие профессии, как бы мы ни рассуждали про то, как это важно развиваться, самореализовываться, сейчас большинство людей говорят, нам жить не на что, нам есть нечего. И пока экономика работает одним способом, ну то есть вот так или иначе всем известным, есть работа, ты идешь работаешь, ты получаешь деньги и так далее. Готовы ли будут платить за такое количество творчества? Вот это вопрос. Как может перестроиться эта экономика? Каким образом, откуда это все будет происходить? То есть вполне возможно, что это какая-то там через 50 там, или 100 лет, это другая совершенно вообще система. И я предполагаю, что она возможна. Но пока вот где этот мостик, когда он произойдет, от одной экономики, от одного нашего способа зарабатывать, себя обеспечивать, это большой вопрос. Я вижу вот такие две глобальные, может быть, очень общие истории, но, по крайней мере, второй сценарий я тоже вижу. Понятно. Спасибо большое, Ксения. Илья, как насчет лежать на диване и получать фиксированный доход от государства? Ну, я на самом деле полностью согласен с Ксенией и всю ее обеспокоенность разделяю. И скорее хотел бы добавить даже несколько вещей к тому, что я и сам хотел сказать, но уже сказала Ксения. Первая вещь, которую я хотел добавить, касается вот этого страха автоматизации. То есть очень конкретный аргумент, что рабочие места будут исчезать, потому что нас заменят роботы, там, алгоритмы и все такое прочее. Мне кажется, что здесь нужно понять очень простую вещь, что для того, чтобы рабочие места стали исчезать по причине автоматизации, должна расти в экономике производительность труда, то есть количество продукта, произведенного на одного работника. И все последние примерно 10-15-20 лет по всему миру, не только в России, но и по всему миру, мы не видим никакого драматичного роста производительности труда. Это говорит о том, что технологии за пределами, на самом деле, довольно узких сфер, таких как IT и там, телекоммуникации, технологии не делают какого-то драматичного шага вперед, и поэтому такой повальной автоматизации не происходит, потому что производительность труда не растет. А если производительность труда не растет, значит, не происходит такого, что люди ненужными становятся. Они могут быть ненужными по причине текущего экономического кризиса, что нанесен чудовищный удар по всем мировым экономикам, и непонятно, как они будут выходить из него. Но по причине того, что нас заменят роботы и искусственный интеллект, вот по этой причине люди пока, она не актуальна. Просто потому, что цифры этого не показывают. Вот. Интересную и неинтересную работу я бы даже, наверное, хотел заострить то, что сказала Ксения. Есть такой британский антрополог Дэвид Гребер. У него есть несколько интересных книг, и последняя его книга, переведенная, кстати, на русский язык, по-английски называется «Bullshit Jobs». По-русски перевели скромно «Бредовая работа». Бредовая работа. Вот. И у этой книги интересная история. Он написал такую небольшую статью почти в качестве такой полушутки, да, без каких-то серьезных намерений о том, что вот в мире слишком много bullshit jobs. А потом вдруг эта статья так выстрелила, что ее перевели на 20 языков, стали цитировать там «Нью-Йорк Таймс», по телевизору стали показывать репортажи об этой статье, что там британский антрополог обнаружил, что большинство jobs — это bullshit jobs. Вот. И он тогда решил сделать так. Он создал имейл специальный и попросил людей свои истории про bullshit jobs присылать на этот имейл. И получил какое-то просто безумное количество писем, фантастическое, некоторые из которых были очень подробными, где люди с разных сторон объясняли, вот, почему их работа — это bullshit. Вот. И все эти письма он соединил в нереальных размерах вордовский файл, подчеркнул разными фломастерами там, в нем разные ответы, разные стратегии отвечать на этот вопрос, и потом написал книгу о том, какие бывают bullshit jobs, на основе просто вот этих писем, которые ему присылали. И эта книга очень интересная, как я сказал, она переведена на русский. Я не буду ее всю пересказывать, я просто скажу главную мысль, что
Во-первых, количество bullshit jobs, оно просто, ну, вызывает серьезные очень такие опасения, потому что их 30, 40, там, 50% всех jobs, которые есть, так или иначе похожи на bullshit. Да? И самое главное, что bullshit jobs — это не только неквалифицированная работа. И даже наоборот, человек, который в кафе, например, работает поваром, он кормит людей. Может быть, для этого не требуется образование, но, по крайней мере, вы можете получить удовлетворение от того, что человек был голодный, а потом стал сытый. А вот если вы работаете корпоративным юристом, то вы можете себя, конечно, убеждать, что вы очень такой высокооплачиваемый, востребованный работник, и, конечно, так и есть, да? Но здесь проблема в том, что в основном необходимость вас проистекает из того, что есть другие корпоративные юристы, такие как вы. И вот все вместе эти корпоративные юристы создали потребность в себе самих, да? Вот. И самое главное, вот тот вывод, который делают в этой книге, что мы дошли до такого состояния, что когда ваша работа не булшит, из этого люди делают вывод, что вы должны меньше получать. Например, вот говорят университетские профессора, а почему вы вообще рассчитываете на нормальную зарплату? Вы же занимаетесь интересным делом. Подождите, это как? У вас же интересная работа, творческая, там, учить студентов, это интересно, книги писать, ничего себе, а вы еще хотите получать за это? Стоп, здесь что-то не так. Я вот, например, мучаюсь, я корпоративный юрист, просто свою жизнь впустую трачу, да, на этих всех людях в пиджаках, вот, и я получаю много за это, да, у меня моральное, как бы, есть вот такое ощущение того, что я не зря это делаю, а вы не должны были получать. И он говорит, казалось бы, элементарной мысли, что есть что-то не то с обществом, да, которое интересную работу, то есть за неинтересную работу требует более высокую оплату просто потому, что она неинтересная. Может быть, там нужно как-то все глобально изменить. Но а как глобально изменить? Это, конечно, вопрос, который самого сердца нашей экономической, социальной системы касается. И тут можно долго об этом рассуждать. Но я даже не буду в эти рассуждения сейчас пускаться. Ой, вот. Можно я добавлю здесь? Илья, классная книга. Я часть ее читала, причем читала на английском языке. Что хочется добавить? Вот ему писали классные письма о том, что люди осознают, что у них с работой что-то не то, что они играют в какой-то bullshit bingo. А сколько людей не осознают этого? И сколько людей, например, приходя в профориентационные какие-то конструкции, не осознают, что они не делали на самом деле ничего, то есть что им нужно, например, перезапускать полностью свою карьеру, перезапускать полностью, переобучаться, получать какой-то другой функционал, действительно решать какие-то нужные, важные задачи в каких-то компаниях. И это тоже такая большая проблема. То есть вот классно, что у человека находится самоирония и понимание, что в случае чего действительно я не понимаю, куда я дальше пойду. На самом деле вот большая проблема — это еще люди не понимают, что они действительно делают что-то, ничего полезного, и при этом пытаются доказать этому миру, что нет, смотрите, я на самом деле делаю какую-то классную штуку. И это самая, наверное, тяжелая ситуация в моей практике, когда мы приходим вместе к тому, что на самом деле нет, это, там ничего нет, там нечего, как говорится, на рынке труда продавать. И это одна из самых тяжелых, наверное, конструкций, поэтому вот хотелось дополнить в моей работе как карьерного консультанта, когда это все разбирается, там, разбирается, смотрим и действительно понимаем, что нужно идти и опять становиться подаваном, где-то обучаться, куда-то, где-то начинать с нуля. И это не всегда только какие-то очень маленькие профессии. Это очень часто руководители, которые добились в каких-то системах определенных высот, а индустрия умерла, эти знания не нужны. Он говорит, ну я же делал, я же управлял вот таким вот огромным чем-то. И мы вместе понимаем, что это никак никуда не перекладывается. То есть, и вот это большая проблема. То есть вот этих людей будет все больше пребывать на рынке труда, да. Вот то, что хотела дополнить. А книга классная, да.
Спасибо. Всем захотелось ее прочитать. И с нами наши замечательные зрители. Большое спасибо за ваши вопросы. И мне прям хочется продолжить именно в этом направлении сейчас, потому что действительно получилось живо и всех затронуло. Так все-таки, ну, ответьте тогда, какие компетенции необходимы, чтобы остаться вот в этой интеллектуальной деятельности, чтобы не оказаться у Home Depot. И такой же вопрос, видимо, от наших любимых, дорогих студентов, потому что связанный с этим вопрос про самостоятельное обучение, про self-learning, да, и какие актуальные навыки вообще нужны, чтобы адаптироваться, чтобы быть осознанным потребителем рынка услуг, и, да, соответственно, какие компетенции должны быть, и как их получать, можно ли самому догнать вот этот рынок, меняющуюся ситуацию, и... Да, и вот действительно принимать эти самые решения, а не ждать в приложении, пока тебя вызовут на час прибить полочку. Угу. Ну, наверное, здесь начну я. Итак, пока мы не изобрели другой экономики, другой экономической системы, как я говорила, у нас есть второй виток, вторая возможность, но альтернативная реальность, ее не изобрели, мы пойдем по первой истории, по тому, как сейчас функционирует экономическая вообще система в шарике. Что, зачем нужно следить? Конкретно списка, что каждому человеку нужно изучать, его нет. Но есть то, зачем важно наблюдать. И это может настроить себе такой внутренний дашборд практически каждый человек самостоятельно в рамках lifelong learning, self-learning и так далее. Это отслеживание того, что делают крупные компании. Уже даже не государство. Государство, да, там, например, китайское государство, китайское правительство — это интересно. Американская политическая система тоже интересна. Но в целом нужно наблюдать за теми, кто дает эти интересные рабочие места. Это компании технологического сектора, это компании, которые цифровизуются, переходят в этот сектор отчасти и оставляя какую-то совершенно другую конструкцию. То есть какие индустрии условно живут? Чаще всего... индустрии, как выбирать эти индустрии для себя? Человек смотрит, какой продукт производит та или иная индустрия. Что такое индустрия? Индустрия — это объединение конкурирующих между собой компаний по тому продукту, который они производят. Ну, вот, например, человек верит в систему образования. Говорит, я верю, образование будет всегда существовать. Круто! Твоя задача — составить для себя список компаний Education Technology, так называемые tech, которые функционируют в США, которые функционируют в Европе, которые функционируют у нас, какие-то, причем в разных весовых категориях. Малый бизнес, средний бизнес, те, которые в крупнике находятся и так далее. И собирать вот такую определенную аналитическую базу. Если у человека в наше время нет информации о том, куда мир двигается, куда развиваются эти компании, какие продуктовые решения они выкидывают, этот человек уже не конкурирует на рынке. Это я вам точно могу сказать. Потому что первый вопрос, который зададут тебе в любой этой компании, которая прорывная, где... за место конкурируют люди на рынке, не зададут, что вы знаете о нашей индустрии, с какими мы вызовами сейчас боремся, а с какими проблемами мы разбираемся, почему нам сложно, почему в России, например, эдтеху очень сложно прорваться в Минобразование, почему их никто туда не пускает, почему у них стояли стратегии на 2020 действительно прорваться и цифровизовать многие системы образовательных процессов, но так их никто не пустил, например. Почему у нас настолько все не цифровизовано, и почему эти как бы инкубаторы образовательные растут отдельно от системы основного образования в России. То есть нужно понимать, какие вопросы там стоят, какие ставятся и так далее. Эти вопросы вам будут задавать. Вам должно быть интересно в этом продукте, вам должно интересно быть в это вкладываться, вам должно быть действительно интересно решать вот эти глобальные вызовы, потому что эти компании амбициозные, у них есть деньги, у них есть планы, стратегии, и они ищут таких же людей, кто сможет помочь вот им двигаться настолько же интенсивно, настолько же амбициозно, настолько же с совершенно там другой скоростью. Это не обязательно крупные компании, корпорации. Это и средние компании, где-то там 300-500 человек. Это компании в 100 человек. Здесь размер не имеет значения, здесь имеет значение именно продукт. Следующий момент — переобучение. На переобучение закладывать 1-2 года. На информационную какую-то составляющую
на то, чтобы у вас в голове вот эта структура аналитическая сложилась, чтобы вы могли принимать решение. Что такое человек, который не может принять решение? У него недостаточно информации. Наш мозг не может принять решение без информации. Даже если человек придет ко мне и скажет: слушай, и куда мне вот идти? Это самый частый вопрос, естественно. И я начинаю с ним разговаривать, что он знает вообще о рынке труда. Я понимаю, что он никогда не примет решение, потому что информации просто нет. И первая моя задача — ему объяснить, как он эту информацию должен забрать. Почему это важно? Почему важно самому человеку у себя настраивать эту систему? Потому что те системы, в которые, скорее всего, он захочет, в тот продукт, который он хочет, современный, оптимистичный, где есть стратегия, там захотят другого мышления. Моя задача — ему объяснить, что это мышление, я ему скажу, там, иди вот сюда, вот в такую-то компанию, тебя туда возьмут. Это так больше не работает. Все, эта система мертва, это система Советского Союза и профориентационной, ее нет. Поэтому 1-2 года закладываем на обучение, на дополнительные какие-то навыки, да даже на исследование, полгода-год, в спокойном режиме для того, чтобы эту всю систему у себя в голове построить, посмотреть, что происходит. Сейчас куча информации. Мы гуглим не то, как я это называю. Мы гуглим котиков, какие-то анекдоты, но есть столько открытой информации. Все вузы сейчас открыли свои библиотеки. Боже мой, я думала, мне жизни не хватит для того, чтобы вообще просто вот даже протыкать то, что вот по ссылочкам, что открыли, когда библиотеки открылись. И это, ну, как бы была фантастика. А на самом деле огромное количество источников есть, гранты. Я по гранту в Стэнфорде училась, сама его нашла. Мой друг PhD получил в Мичигане, просто искал вот эти грантовые программы в свое время из Новосибирска, мальчик. И подавался. В итоге сейчас там работает, учится и так далее. Поэтому вот нам нужна вот эта насмотренность и действительно подключение к этим современным источникам. Нам не нужно сидеть только на Фейсбуке для того, чтобы вот эта работа была. И второй важный момент — это soft skills. Soft skills, я здесь буду подразумевать коммуникативные навыки. Нам очень важно научиться говорить, выражать свои мысли, коммуницировать в команде, потому что следующий наш виток от индивидуализма, мы уже такие индивидуальные, у нас у всех свое мнение в Фейсбуке, в Инстаграме. Следующий наш виток — это взаимодействие. Самые сильные лидеры, они умеют создавать команды. Они умеют, как это говорится, пользоваться сильными сторонами команды каждого человека. Они умеют это все вот вплетать в определенную косичку, из этого получается красивый узор. Это невозможно без коммуникативных навыков. Учиться, говорить, писать, выражать свои мысли, выступать, объяснять, договариваться. Все это суперважные навыки. Помимо того, что можно знать там, в области технологий, в области того, что нужно компаниям и так далее. Это очень важный кусок, про него все забывают, называя soft skills все что угодно, но на самом деле это вот эта вот интегральная коммуникация, она очень важна, ее сейчас настолько мало, и она настолько сейчас в дефиците, ее просто выгрызают компании, за нее бьются, и человек, который приходит с более слабыми скиллами, но с хорошими коммуникативными навыками, с четкими мыслями, а чтобы четко выражать, нужно четко думать, нужно в себя, опять же, иметь в голове какую-то конструкцию, о чем человек думает, у этих людей фора. И это долгосрочный тренд. Вот, наверное, мой такой ответ. Про вот, может быть, чуть долго, но зато то, как могут люди действовать на более длительные сроки для себя, а не на короткие дистанции. Спасибо. Да, это было развернуто и достаточно, мне кажется, применимо, что всегда прекрасно. Тут у нас поступил вопрос. Да, Илья, что-то будем добавлять про компетенции? Очень коротко, потому что, конечно, по сравнению с Ксенией, я ничего не знаю про компетенции, да, и про то, как правильно ориентироваться в рынке труда, и даже не претендую. И очень хорошо, что Ксения могла это прокомментировать. Это действительно очень полезные мысли и советы. Может быть, я коротко добавлю, какие, на мой взгляд, навыки пригождаются в академии, да, в университетской работе, которые могли бы быть применимы в других местах тоже. Потому что, на самом деле, академия — это настолько специфическая область со своими особыми правилами, со своим карьерным треком, что это очень трудно обобщить. Но, с другой стороны, я вот сейчас подумал и понял, что есть такие вещи, которые и за пределами этого замкнутого мира тоже полезны. Например, нужно развивать в себе терпимость к отказам.
То есть, когда ты работаешь ученым, это приемлемость к отказам. То есть, когда ты работаешь ученым, это просто твоя жизнь. Тебе все время кто-нибудь отказывает. Тебе отказывают в гранте, тебе отказывают в том, чтобы статью твою опубликовать в журнале, а тебя постоянно критикуют. То есть вообще любое публичное представление твоей работы сопровождается критикой. А поскольку твоя работа — это все-таки творческая вещь, которую ты из себя породил там, из самой глубины своего естества, вот эту статью ты написал, а потом ее просто разносят. И это очень важный навык. Я только потом понял, что нужно как-то учиться с этим работать. То есть не то, что не принимать это близко к сердцу, а понять, что это рабочий момент, что тебе отказали в этой заявке, ты подал новую заявку, что тебе все равно все время будут отказывать. Ты должен к этому привыкнуть каким-то образом, ну и вот нарастить какую-то кожу, да. Я подумал, что, наверное, за пределами академии это тоже важный навык. И связанная с этим вещь — терпимость критики. То есть, опять же, текст, который ты пишешь, ну и любой твой такой вот академический результат — это очень личная вещь. Ты ведь так долго работал над этим, у тебя там просто супер-мега-конструкция выстроена, а потом любая рецензия, любое публичное обсуждение, это, как я уже сказал, да, это вот разбирание по кирпичикам всего, что ты сделал, и тебе нужно привыкнуть к тому, что эти люди, они тебе не зла хотят, да, не оскорбить тебя своей критикой, они на самом деле хотят помочь улучшить твой результат. И тебе нужно, как бы это неприятно ни было, тебе нужно себе сказать, что я должен подумать, как изменить этот текст в соответствии с этими комментариями. Как бы мне не хотелось, как бы у меня отторжения какого бы не было, да, я должен придумать, как это сделать, потому что в итоге это тексту самому поможет. Вот это очень неприятно тоже, но вот такие неприятные вещи нужно как-то развивать в себе, терпимость к ним. Вот такие, наверное, вещи хотел бы сказать, может быть, не очень очевидные, да. В общем, всем нужно уметь воспринимать фидбэк, его давать, и да, тогда все мы займем те самые интеллектуальные позиции, которых становится все меньше, видимо. Мне очень нравится вопрос, поступивший из зала, прежде всего, потому что он касается нас с Ильей, потому что оба мы являемся сотрудниками Северо-Западного института Рэнд Хиггса, и именно факультета политических исследований и международных отношений. Поэтому мы спрашиваем у вас устами декана Евгения Рощина. Ксения, как вам кажется, как вы оцениваете работу в российской сфере образования и вузов в частности? Это вообще как бы есть на это спрос, это престижная работа, это творческая работа. Что о ней можно сказать с точки зрения рынка? Это привилегия, как сказал нам Илья, и тогда мы должны радоваться тому, что мы самовыражаемся денно и ношно, и не должны получать за это материальные компенсации. Или это тяжкий труд, когда ты на самом деле денно и ношно ставишь кому-то оценки, а вовсе не самовыражаешься. Как вам кажется, Ксения? Спасибо большое за вопрос. Вообще преподавательская область работы, я сама преподаватель, я сама преподаю очень много, я понимаю, что это такой вечная борьба внутри, благодарность и ее отсутствие. То есть, с одной стороны, кажется, что ты занимаешься чем-то прекрасным и вдохновляющим, очень полезным, а с другой стороны, ты часто сталкиваешься с таким количеством сопротивления, каких-то сложностей, которые нужно все время перепрыгивать. И это такая вот вечная, наверное, вечный бег с препятствиями. И это в любой области, в коммерческой, в государственной, в окологосударственной и так далее. То есть сама специфика, она в первую очередь даже не место где, а вот самой специфики деятельности, она накладывает такой определенный отпечаток. Я считаю, что эта работа мало транслируется, мало, вернее, как у нее мало формируется такой репутационный фон. И, например, когда я познакомилась с Ильей, нас тоже собрали как спикеров, я была в таком приятном удивлении, мне было так интересно слушать, мне было так интересно взаимодействовать, пока мы там все разговаривали тоже на интересующие нас темы, и потом я подписалась на Илью, начала читать и поняла, думаю, боже мой, как круто. И вот этого информационного фона, этого репутационного какой-то составляющей, что это все не мхом покрыто,
что есть очень классные люди внутри, которые это все продвигают, которые могут живо так говорить. Боже мой, слайды прекрасные, выводы интересные, то есть поговорить есть о чем. Вот даже я сейчас сижу и понимаю, что я обучаюсь. И это очень здорово, я обожаю выступать и параллельно еще что-то для себя понахватывать. Поэтому мне кажется, что эта область очень важна и нужна, и в нее нужно привлекать людей, кто действительно хочет преподавать. Скажу даже больше. Ко мне очень много приходит разных людей, и я точно могу сказать, что половина из них — это люди, которые не состоялись в преподавании, хотя должны, и не состоялись как врачи, хотя должны, потому что некоторые по своей сущности внутренней являются спасателями, им нужно было точно идти во врачебное дело, и им нужно было спасать людей, но так как область особой репутации не обладает, не владеет, маленькие зарплаты, у людей могут быть достаточно объемные амбиции, они себя так не воспринимали, родители не сориентировали. И вот они ходят по рынку, и я понимаю, что у них такая вот внутренняя нужда где-то даже на текущей работе кого-то спасать, кого-то там терапевтизировать, там еще что-то делать. Я понимаю, что вот этот человек получился прекрасный врач. Точно так же с педагогической составляющей. Я вижу огромное количество людей. Почему сейчас так много спикеров? Да потому что часть из этих людей должны преподавать. Они должны быть в вузах, они должны быть в школах, они должны быть в других образовательных структурах, потому что есть вот этот нерв образовательный. Например, у меня бабушка была из образования. У меня мама сейчас объясняет, говорит, слушай, говорит, у нас гены, говорит, у нас там из образовательной структуры там, четверо по маминой, по папиной линии и так далее. То есть у нас просто система, она немножечко вот однобоко начала развиваться, и в этом, наверное, проблема. На самом деле нужно больше привлекать, нужно больше рассказывать, что есть современные системы, что есть действительно адекватные преподаватели, есть адекватные системы, есть классные образовательные программы. Нужно больше про это говорить. И тогда фон будет другой, потому что, как ни странно, вот кажется, что от количества ничего не зависит. Зависит. 5-7 раз скажешь, 5-7 раз протранслируешь, у людей уже это откладывается. Поэтому, на мой взгляд, вот этой репутационной составляющей в современных каналах нужно заниматься для того, чтобы все видели таких, как Катя, таких, как Илья, и у нас, возможно, появится какая-то другая ветвь, в которой будут люди видеть, что там действительно престижно, классно, и там есть жизнь. Жизнь есть, мох отковырен, и мы можем двигаться дальше. На самом деле, чуть-чуть возвращаясь к нашему обсуждению, да, первоначальному, про то, что нас всех ждет, да, кроме блистательной карьеры преподавателя, когда мы ее правильно репутационно обернем, продадим и объясним людям, что на самом деле они были бы счастливы, именно обучая других. Вопрос такой, да, сейчас мы видим много историй про то, что HR сильно озабочены тем, как обратно мотивировать людей сидеть и работать в кучках, да, в офисах. Буквально 2 месяца назад все развозили оргтехнику со своих рабочих мест, даже большие государственные закрытые предприятия выдавали свои компьютеры сотрудникам, потому что невозможно столько не работать, а работать кучно нельзя. Да, и вот эта история как-то удивительная, да, про то, что 2 месяца назад все коучи предлагали мастер-классы по тайм-менеджменту, как работать из дома, как разделять личное пространство и рабочее, если вы делаете это в одном помещении, то теперь вроде как наоборот, да, по крайней мере, в моем Фейсбуке все уважаемые, серьезные HR-директора думают, подождите, но нам их просто технически теперь из дома не пригнать, да, что мы должны сделать и зачем мы оставим этот офис и какая у него теперь функция. Вот такой вопрос действительно явно прослеживается. История про то, что 2 месяца назад никому было не уйти из офиса и не погрузиться. Все переживали очень, что мешает семья, что едят много. Но теперь все, наоборот, вроде как уже установили себе фитнес-приложение и очень счастливы. Что нас ждет с точки зрения рабочего места? Оно вообще нужно и где оно должно быть? Илья? Ну, я могу начать, хотя, наверное, Ксения тоже лучше знает, как ответить на этот вопрос. Ее компетенции в этом плане лучше.
Но я бы привел такой пример. У нас в России некоторое время назад был поставлен еще до пандемии, до карантина, такой странный эксперимент по принудительному дистанту под названием «Технопарк Сколково». Вот. Заключался в том, что в голом поле построили такой городок небольшой, в который попытались привлечь стартапы, вот этих резидентов. И они там все должны были сидеть полностью отдельно от любой городской жизни, потому что это действительно за городом, это вот от центра жизни в Москве, это 2 часа езды. Вот. И они, конечно, могли там общаться друг с другом, то есть это был офис, это не дистант в нынешнем смысле, но это был дистант по отношению к любой другой жизни. И обнаружилось, что это совершенно не работает, потому что помимо общения со своими коллегами, с другими сотрудниками, еще важна просто среда. То есть проблема в том, что когда человек сидит дома, он теряет не только общение с коллегами, он еще теряет то, что он может, например, в обед выйти и встретиться с кем-то, деловую встречу провести. Или потом после работы еще с кем-то встретиться и провести какое-то совещание там в кафе. Вот всякие такие вещи он теряет, и мне кажется, что вот это было очень показательно, что Сколково не сработало именно потому, что оно было выведено за пределы городской жизни. Вот, и мне кажется, что вот эта вся история с работой из дома, она еще вот это очень сильно теряет. То есть, конечно, можно с любым человеком созвониться, можно провести любую встречу в Zoom, но все равно это так не работает. Да, нужно личное общение не только на самой работе, но еще и вот помимо работы такое вот, на самом деле тоже рабочее общение, просто не на своем рабочем месте. Вот, мне кажется, что когда мы переходим в дистант, мы теряем не только связь с коллегами живых, мы еще и вот город теряем, как такое место, которым мы раньше наслаждались, там ходили в кафе, нам было интересно. Вот, а сейчас мы сидим дома и тоже от всего от этого отключены. Поэтому, кстати, когда я писал ответ на статью Ярослава Кузьминова вот в РБК, я прочитал разные исследования, и там люди говорили, что дистант у них вот именно такое чувство социальной изоляции вызывает, не только из-за того, что они с коллегами не общаются, но еще и потому, что они, в принципе, как-то отрезаны от любой общей жизни, то есть они сидят дома, а если это дом в пригороде, то можно не выезжать уже как бы в город, да, и в принципе, теряется социальная жизнь как таковая. Мне кажется, вот это мы теряем, когда приходим на дистант, и об этом тоже все будут вспоминать и хотеть вернуть это. Вот. Да, город, особенно для петербуржца или того, кто считает себя петербуржцем, это великое место. Великое место, да, с которым хочется породниться, и офис часто это такой повод повидаться с любимым городским пейзажем. Ксения, как вообще работодатель? Это же отличный способ сэкономить. Просто всех рассадить по домам, и не надо ни кормить, ни возить никуда никого. Что вы скажете? Да, на самом деле, конечно же, сейчас многие думают о том, насколько можно сэкономить на офисном пространстве, чтобы не выводить кого-то, и действительно, называется, а так можно было, называется, а что так можно было? И многие об этом, конечно, задумываются, и многие начинают считать. У меня есть интересная статистика от компании, так как я много работаю с компаниями, и многие мои клиенты — это руководители в компаниях, которые как раз сейчас находятся, собственно, у края работы со всеми этими последствиями и как раз просчитывают все эти меры. Многие из них сейчас запускают опросы людей о том, сотрудников, о том, хотят ли они возвращаться на свои места в офис. И это было удивительно, что очень многие не хотят возвращаться, и даже не в связи с тем, что есть риск заболеть, а просто не видят в этом смысла. То есть они организовали себе рабочее место, рабочее пространство, поняли, как эту работу делать на другой территории, и не понимают, зачем этот возврат делать. Особенно это касается людей, кому где-то в районе 20-25-26, то есть, собственно, те, кто, опять же, идет за нами в там, возрастной какой-то следующем возрастном эшелоне. И в некоторых компаниях этот процент тех людей, кто отказывается выходить, доходит до 70-80%. Это очень высокий процент.
И если раньше все, там, какой-то информационный фон был, господи, хочу скорее вернуться в офис, то оказывается, очень многие люди для себя соизмеряют совершенно какие-то другие критерии, предъявляют к этому процессу и по-другому уже начинают это все переосмыслять. Зачем, собственно, возвращаться в офис людям? В первую очередь для коммуникации с вышестоящим руководством, если у вас есть очень сложные проекты, если вы стратегически завязаны на какие-то, на разработки каких-то проектов, на обсуждение тех вещей, которые иногда нужно действительно обсудить лично, персонально, потому что все равно есть разница между тем, как ты в Zoom проводишь стратсессию или какие-то другие вопросы обсуждаешь, и то, как ты это делаешь в личной истории. Конечно же, это все те профессии, которые невозможно оставить на дому, ну, то есть все те, которые являются обслуживающими. Те же салоны красоты или там люди, которые работают на производственных линиях, они сейчас многие там не ушли далеко от станка, а скоро вернутся, и, собственно, это невозможно будет делать удаленно. Я думаю, что каждая компания сейчас действительно для себя определяет вот эту какую-то новую стратегию, а что у них с онлайн-офлайном. Тут еще очень сильно зависит от того, насколько продвинут топ-менеджмент. Я сегодня смотрела интервью Игоря Рыбакова для Forbes и увидела его достаточно негативное отношение к удаленной работе, как управленца, который оценивает, что удаленная работа — это все равно не работа, это все равно люди ушли на карантин и расслабились. Но я вижу, например, то, как работают некоторые компании, и я понимаю, что они работают в 3 раза больше, нежели чем работали в офисе. То есть это еще все зависит очень сильно от того, как менеджмент вообще воспринимает это и кем готов управлять. Вот, например, я так поняла, что господин Рыбаков не готов управлять людьми удаленно, но не хочет он. Вот ему кажется, что его все время дурят, и, ну, или ему кажется, что люди не работают, и он не может зафиксировать вот этот результат. У многих других управленцев есть инструменты, как фиксировать этот результат, как понимать, что все равно работа двигается. То есть вот будет много нюансов, и бизнес будет выходить в какой-то, наверное, новой конструкции. То есть это будет, во-первых, от финансового состояния зависеть, насколько действительно вот эти косты будут на аренду влиять на результаты всего бизнеса, насколько удастся договориться с сотрудниками, кто должен выходить, кто будет работать part-time, частично в офисе, частично дома, кто-то вообще откажется от выхода там, на работу и так далее. Но все равно управляющий состав будет находиться на... И те, кто хочет находиться внутри этого управляющего состава, они будут все равно так или иначе работать в офисе. Полностью эту работу невозможно убрать. Ну, видимо, да, иллюзия того, что если у нас все с 9 до 5 на месте, то это они работают, она все-таки уже разрушена, да, это вообще это не означает. Абсолютно. У меня сейчас самая большая жалоба от клиентов, от руководителей, чьи компании там по каким-то вопросам я веду, это то, что мы стали работать в 2-3 раза больше. То есть даже, говорит, если раньше там попил кофе, отвлекся, с коллегой пошутил, то сейчас это вот у тебя ноутбук, и у тебя вот такой частокол встреч. Нужно же понимать, много кажется, что в Zoom коммуникация, то есть договорился, пошел дальше, но у нас очень много других коммуникативных инструментов. С кем-то поговорить, что-то услышать, как-то по-другому информацию передать, например, там, с помощью рук, с помощью интонации. У нас много инструментов. Zoom все равно отрезает некоторые вещи, и приходится дополнительно еще разжевывать и что-то, и это плюс еще какой-то отрезок времени. То есть не нужно думать, что мы вот так работаем и не теряем время. Нет, просто мы какой-то кусок еще вот доадаптируем. Ну и для того, чтобы все-таки приноровиться к этому способу, нам еще нужен где-то минимум там полгода, год полностью адаптировать вот эту систему. Я думаю, бизнес после выхода год будет утрясать для себя вот эту новую ДНК, сколько людей работает и так далее. И где?
Ну и, как обычно, это вопрос оценивания эффективности, да, то есть совершенно начальству так. Еще сложнее, да, если раньше я просто отчитался карточкой, что я был в офисе в этот момент, да. То теперь, да, мне ставят какую-то индивидуальную задачу, и дальше я ее делаю хоть под потолком. Да. Это интересно, и это нас к следующему вопросу, да, двигает. Насколько вот это серьезно? Насколько мы вот сейчас с вами на волне интереса к пандемии и обсуждения вот этих вот глобальных каких-то изменений собрались? Но есть ощущение, что вот осенью сейчас самолеты взлетят по расписанию, дети пойдут в школу, кто-то, кому начальство разрешит, останется дома, и дома тишина, и можно спокойно работать с чашкой кофе, да, кто-то выйдет в офис, потому что ему не удалось уединиться, дети еще достаточно малы и мешают трудовому процессу, а кто-то, да, кассир, поэтому для него вообще ничего не менялось никогда. Вот, поэтому вопрос такой, мы сейчас с вами обсуждаем какие-то вещи, что из этого останется, в общем, да, а что просто превратится в некое воспоминание о таком неком безумном весеннем времени, когда мы были лишены прогулок по Петербургу и походов в любимый бар. Как вам кажется, что из этого на века, насколько мы можем это назвать на века, что из этого просто тлен? Ну, у меня есть короткий на этот ответ. Приходите в сентябре, к октябре, я на него отвечу точнее. Это если коротко. Если чуть более расширенно, я считаю, что, конечно, удаленная работа останется, и люди действительно научатся с этим инструментом работать. И в каком-то проценте, в каком-то масштабе это будет существовать. Все это теперь точно с нами. Опять же, повторюсь, вопрос вот этого процента, вопрос специфики бизнеса, продукта и так далее, который предоставляет. Что останется? Я думаю, что останется изменение в системе потребления, и, соответственно, будут пересмотрены многие бизнесы. То есть это очень сильно влияет на нас, потому что если мы пересматриваем свою продуктовую корзину, свои потребительские привычки, это все влияет на, собственно, те бизнесы, которые нам помогают эти привычки сопровождать. И вот на этот тренд осознанного потребления и так уже была такая серьезная заявка, и западные блогеры, и наши уже начали это все продвигать. Но нашим пока еще не выгодно, потому что они как раз раскачивают эту лодку потребления. То есть у нас еще как бы так... они еще из неопределившихся. Но в любом случае этот тренд тоже запустится, и как бы часть, конечно, вернется, может быть, и в тяжелый люкс, но все равно многие пересмотрят свои взаимоотношения с потреблением, с тратами, и в первую очередь это касается потому, что у людей просто не будет на это денег. Значит, за это время обуются те компании, которые нас будут в этом плане обслуживать, и, собственно, тогда привычки точно могут закрепиться новые. Там новая какая-то мода, новая какая-то история про то, как за собой ухаживать, потому что вебинары вышли от маникюра, заканчивая там, как покрасить себе волосы и, в общем, все что угодно. Ну, то есть здесь будет вопрос, насколько долго мы будем вот в этой экономической рецессии. Я считаю, что сейчас уже нужно действительно постепенно всех выпускать. Я сейчас уже сама начинаю видеть, что слишком тянут. Я считаю, что можно уже, ну, как бы интенсивнее нас выпускать. Да, понимаю, что есть такие... есть определенный страх, но я вижу, что происходит с бизнесом. Просто если мы еще посидим там, не знаю, июнь, июль, август, то половину бизнеса мы точно потеряем, и я не знаю, как будет восстанавливаться экономика, тогда мы точно на 3-5 лет будем это восстановление переживать. Но если мы там в июле уже начнем, если в августе начнут летать международные рейсы, вот еще чего я боюсь, что международные рейсы очень долго будут не запускать под названием «Мы хотим внутренний туризм поднять с колен». Я в этот момент обычно бьюсь головой об стену, объясняю, что для того, чтобы поднимать внутренний туризм, не нужно закрывать людей на территории Российской Федерации. Мы сегодня с супругом сравнивали цены на отели в Крыму, и там те отели, в которые мы там ездим. Ну, мне не нужно вам рассказывать, как бы, какое у меня было сравнение. Я сказала, ты знаешь, я лучше потерплю еще пару месяцев. Я не хочу ехать за те же деньги в Крым, за которые я езжу там
в совершенно другие условия. Я говорю, спасибо, я поэкономлю. То есть вот нам нужно сейчас уже открываться, нам нужно постепенно, действительно, с мерами безопасности, с очень серьезной ответственностью собственников, но нам нужно это все запускать и для того, чтобы мы не рухнули на очень долго. И поэтому нам важно для того, чтобы вот эти тренды пошли в позитивное русло, нам нужно сейчас начинать постепенно все это восстанавливать, и чтобы вот этот отскок, он уже пошел. Потому что видно, как перезапускается Европа, я слежу там по своим клиентам, они у меня еще и в Европе, и в Англии. В Англии потяжелее ситуация, это правда. Но вот я вижу, как в Европе, и очень уже хочется вот так же. И понятно, что туда все мы двигаемся, но вот я боюсь здесь, что мы очень сильно зависим от мер, которые будет сейчас предпринимать государство. Терпеть не могу говорить про влияние государства, я очень редко про это говорю, но здесь никак без этого. Все тренды будут зависеть от того, как сейчас будет вот этот микс бизнеса и все-таки государственной машины, государственного аппарата. Спасибо, Илья. Да. Полностью согласен со всем, что сказала Ксения опять. Вот. Но я бы хотел предложить, может быть, чуть более такой глобальный взгляд, насколько все это серьезным окажется. Я здесь вижу две больших вещи. Одна такая печальная достаточно и пугающая, другая, наоборот, как ни странно, оптимистичная. И пугающая вещь заключается в том, что мировая экономика и до кризиса на самом деле находилась в достаточно плохом состоянии. То есть внешне это может так не показаться, если даже мы посмотрим на эти цифры занятости в Америке, вот эти 3% волшебные, но я уже показал, что 3% не 3%. Да? И даже если взять самый элементарный базовый основной показатель ВВП, мы увидим, что мировая экономика, ее рост замедлялся все последние 15-20 лет, и это свидетельство некого накапливающегося кризиса, того, что глобальный кризис 2008 года так и не был преодолен до конца, какие-то уроки были не выучены, и необходимая трансформация не наступила, то есть проблемы продолжают копиться. И вот сейчас еще и этот мощнейший удар, который с совершенно непредсказуемыми последствиями, то есть уже и так по ослабленному такому организму экономическому мировому нанесен еще один удар. И долгое время Китай был основным драйвером роста, Китай тоже пострадал очень сильно. При этом и в Китае происходило замедление роста, даже того, которое они показывают. Хотя, судя по их цифрам, там, статистике жертв коронавируса и цифрам ВВП, тоже не очень можно верить китайским. Но, тем не менее, да, даже официальные цифры показывали замедление. То есть уже накапливались кризисные явления, и сейчас еще и вот эта ситуация. Это очень пугает, и, конечно, ну, как бы с точки зрения там, простого обычного человека, вот эта неопределенность и непонятность того, как долго будут рабочие места восстанавливаться, где будут новые точки роста, это все действительно вызывает большую беспокойность. Но есть и оптимистичная вещь, на мой взгляд. Этих оптимистичных вещей две. И, честно говоря, я их не сам придумал, я их украл у такого американского писателя-фантаста Кима Стэнли Робинсона. Вот он написал для журнала «Нью-Йоркер» очень интересное эссе, в котором он сказал, посмотрите, впервые в истории человечества весь мир до такой степени полагался на достижения науки. Ну, то есть раньше каждый отдельный человек, если ему врач, например, сказал, что нужно тяжелую опасную операцию проходить, но это ему необходимо для выздоровления, он шел на эту операцию. А теперь весь мир послушал ученых, эпидемиологов, послушал врачей и сделал так, как они сказали. То есть степень доверия к науке, которая возникла сейчас, а значит степень доверия к рациональному знанию, в принципе, потому что ученые, они же ну, на чем-то базируют свои выводы, то есть степень доверия к рациональным рассуждениям. Такого никогда еще не было. И несмотря на то, что нам кажется, что вокруг одни сплошные эти ковид-диссиденты и какие-то вот отрицатели там, вируса, если Facebook почитать, то там страшно становится, на самом деле их меньшинство. Большинство людей, большинство государств поверили науке впервые в таком объеме. И, может быть, это очень позитивный сдвиг, потому что
Ну, наука вообще довольно полезная вещь, да, и если люди продолжат ей доверять, то многие процессы будут оптимизированы, и наша главная проблема всего мира еще до ковида, то есть изменение климата, к ней тоже может измениться отношение, потому что климатологи, они не глупее эпидемиологов, да, вот если мы эпидемиологам верим, может, мы климатологам тоже поверим, что есть какие-то проблемы с глобальным потеплением, и я думаю, что вполне может это произойти. И вот в этом эссе как раз Робинсон пишет об этом. И вторая вещь, даже более глобальная. Впервые в истории человечества в таком масштабе был сделан выбор в пользу спасения человеческих жизней ценой экономического ущерба. Казалось бы, это простая мысль, да, что все сейчас обсуждают дилемму между экономикой и спасением людей таким карантинным. Но действительно этот выбор был сделан, никогда такого не было. И я думаю, что это тоже оставит какой-то коллективный отпечаток, что, оказывается, можно остановить эту машину там, накопления, потребления, машину какой-то вот обычной жизни на материальные ценности, ориентированной все равно у большинства людей, когда это абсолютно необходимо для спасения людей. Может быть, люди под вопрос поставят всю эту систему, что, может быть, там, накопление и потребление – это не главное, а вот есть какие-то еще вещи, какие-то другие ценности, просто потому что весь мир вот так решил, да, что нужно охранять людей, пусть даже ценой такого удара по экономике. То есть, с одной стороны, это очень болезненно, и для каждого отдельного человека это тоже болезненно. С другой стороны, в этом есть и какая-то позитивная сторона, что мы сделали так, как сказали ученые, и мы пожертвовали экономикой, но ради чего? Ради человеческой жизни. Может быть, вот эта вот логика, она будет продолжена в будущем. И это такие поводы для осторожного оптимизма. К сожалению, мне пришлось, ну, как грустному русскому человеку, прочитать их у американского писателя в эссе, но я ему поверил. Вот, мне кажется, что это убедительно. Вот так бы я, наверное, ответил. Вообще приятно слышать, когда доцент говорит, что наука — это полезная, правильная вещь. Обычно так говорить с другой стороны. Великая вещь. Да, ну что, гуманистический поворот мы действительно все наблюдали. Трудовые отношения от этого изменятся, очевидно. Вы оба это сказали сегодня. Дорогие друзья наши слушатели, если у вас еще есть желание задать вопрос, у вас буквально есть несколько минут на последние какие-то ремарки, может быть, да, что-то вы отрефлексировали, может быть, вы с чем-то категорически не согласны. Мы будем рады все это выслушать, мы получаем все ваши сообщения. И, наверное, пока, если мы высказались, да, по нашим вопросам, у меня есть такой один самый последний короткий вопрос, на который я даже, возможно, приму ответ «да» или «нет». Раз мы сегодня обсуждаем труд, то мне просто интересно понять, ну, зачем вообще человек трудится, и правда ли это, что все измеряется деньгами? Вот Илья только что сказал нам про гуманистический поворот, но все-таки, если трудимся мы, и мы все время говорим про доход, так или иначе, то правда ли это, что он, в общем-то, главное? И то наше мерило, которое у нас есть для того, чтобы понимать вообще, куда мы движемся. Ксения, профессионально, с точки зрения человека, который разруливает других на тему труда, что вы нам скажете про доход? Профессионально-философски здесь отвечу. Я сегодня говорила уже, упоминала про то, что мы находимся в такой стадии, когда мы решаем, мы индивидуалисты или мы про взаимодействие. То есть мы уже переходим от того, как мы сепарировались от группового, перешли в индивидуализм, здесь счастье не обнаружили. Сейчас ищем, как-то вот так вот аккуратно, ищем следующее счастье во взаимодействии. Я оптимистично верю, что действительно счастье в работе, оно как раз не может быть чисто индивидуальным. Оно может быть, когда ты, с одной стороны, реализовываешь какие-то свои внутренние цели и потребности, но у тебя есть еще тот большой кусок, когда ты что-то делаешь для других людей. И это важная составляющая в работе. Мне кажется, мы работаем не только на свои интересы, то есть, вернее, сначала человек действительно хочет какой-то персональной сатисфакции, но когда у него интеллект выше среднего, а я уверена, что вся наша аудитория — это люди с интеллектом выше среднего, с высшим образованием или с тем, кто его получает, люди задумывающиеся и думающие, и
этого в какой-то момент становится недостаточно. Недостаточно сделать только для себя, недостаточно только потреблять. Потому что что такое потребление? Потребление только для себя. Поэтому в нем очень скучно становится в какой-то момент. И становится важным, а что я вообще действительно делала, какую пользу я приношу. То есть не только мир, что мир дает мне, но важно прийти еще к вопросу, а что я даю миру. И вот если у нас больше людей будет задумываться после того, как они добьются уже какого-то результата для себя, это важно. Нам важно пройти вот эту стадию персонального успеха. Человек, который добился персонального успеха, способен помогать, потому что он помогает не из дефицита своего внутреннего, а он помогает из своей силы. Почему мы все смотрим там на сильных мира сего? Потому что они чего-то добились, у них есть уже экстра ресурс, и они могут этим экстра ресурсом, каким-то излишком, делиться. Вот я предлагаю все-таки думать про себя, но как только появляется какой-то определенный излишек, когда появляется такой вопрос, а что бы еще поделать, мы бы начали смотреть вокруг себя и думали, а каким образом мы можем еще кому-то помочь, соседу, брату, другу и так далее. И тогда работа сама, это, как ни странно, очень относится именно к работе, не только к жизни, тогда работа, она приобретает совершенно другие оттенки. Тогда удовлетворение от этого более глубокое, но более взрослое, ты каким-то образом себя чувствуешь совершенно по-другому. Вот просто индивидуальная история, ее всегда мало. Я очень хорошо вижу, когда ко мне клиент приходит, и вот он на этой переходной стадии, когда он для себя вот всего добился, но вот чего-то не хватает, соль земли в другом. И когда говоришь «добавь», просто добавь, не надо ничего рушить, не надо ломать, а нужно просто еще добавить. Ты уже способен давать, давай. Вот. И большинство людей к этой стадии, опять же, кто вот эту индивидуалистскую всю историю прожил, в этом есть большая потребность. Мне кажется, вот этот такой баланс вот этих двух составляющих, не терять индивидуализм, потому что это помогает развиваться, это рывок, это силы, это прорывы, это творчество. Но нужно не забывать о других. Это очень важно. И в работе счастье именно в этом. Вот в этом балансе, на мой взгляд. Спасибо. Ну, я думаю, что не найдется такого человека в этой вселенной, кто на прямой вопрос «в деньгах ли счастье?» скажет «да, в деньгах, конечно, в деньгах, а в чем еще?» да? Кроме там, из фильма «Волк из Уолл-стрит» главного героя, наверное, никто так не скажет. Поэтому и, конечно, я тоже так не скажу, но я бы зашел немного с другой стороны. Потому что для людей, которые уже ориентированы там, на успех, для них важно, да, вот такое расширение горизонтов, что не только деньгами, например, этот успех может, не только в деньгах он может выражаться. Но с другой стороны, мне кажется, что те люди, которые ориентированы не на деньги, мы как общество должны обеспечить им достойную жизнь и в конечном счете достойную зарплату, и это и в деньгах выражается. Вот, потому что иначе люди не будут думать, что другие опции, кроме, ну, какого-то корпоративного, например, мира, они возможны. То есть мы тем людям, которые вот не вовлечены там в крупных корпорациях, не работают, не создают свой бизнес, да, занимаются другими вещами, то, что мы обсуждали, когда мы готовились к этому выпуску, те, кто работает в библиотеке, например, в музее, в какой-то культурной институции, в конечном счете в науке тоже. Этим людям должна быть обеспечена достойная зарплата, я не говорю большая зарплата, а такая, которая просто позволяет достойно жить. Ну, там в Западной Европе нашли уже ключ к этому вопросу, там вот платят в таких местах столько, чтобы человек просто достаточно комфортно жил. Вот мне кажется, что мы как общество должны приблизиться к этому и тоже должны обеспечить такую зарплату тем людям, которые уже ориентированы не на деньги, а ориентированы на что-то другое. Ну, то есть и врачам, и учителям, и всем культурным работникам. И все это у нас подпадает под бюджетный сектор, и несмотря на усилия там, последних лет, все равно там по-прежнему очень низкие зарплаты. Вот мне кажется, что, безусловно, счастье не в деньгах, и очевидно, что я так и скажу, то есть понятно, что я еще могу сказать, да? Но мне кажется, что те люди, которые уже для себя это приняли, что счастье не в деньгах, им нужно обеспечить достойную жизнь. Иначе получится вот эта нечестная ситуация, чтобы
как бы им мало платим, потому что говорим, да вы и так уже пользу обществу приносите, ты, дескать, там, пожарный, ты спасаешь людей, а что ты еще хочешь, чтобы тебе платили много денег, ты вот спас человека, у тебя моральное удовлетворение. Мне кажется, что, или там, ты учитель, да, у тебя вообще это цель всей жизни, твоя миссия, а ты еще хочешь зарабатывать, как Медведев наш сказал, иди бизнесом займись, если хочешь зарабатывать. Вот важно, чтобы в эту ловушку не впали, и мы им тоже платили достойную зарплату. Вот так, мне кажется. Соединяя два мира, вы знаете, вот у меня с экрана, да, Ксения слева, Илья справа, и вот я сразу вспомнила тоже замечательную зарисовку из своей жизни, когда я занималась сбором средств, да, фандрайзингом для всяких благотворительных и образовательных штук, как-то был у меня такой проект стипендии для суперталантливых студентов. И привела я в экспертное сообщество этой стипендиальной программы одного большого уважаемого директора. Он одновременно и акционер, и директор своего предприятия. Замечательный молодой человек, очень интересный. И вот он, по-моему, студентка, которая изучала древний африканский язык. Причем не из тех, которые сейчас используются, а мертвый африканский язык, эфиопский, на котором проходят религиозные службы в местных храмах. И вот он слушал ее работу, слушал, говорит, я совсем не могу понять, в чем смысл народного хозяйства от того, что у нас есть вот такой уникальный, эксклюзивный специалист. Таких специалистов типа семеро в России. Вот эта девочка откуда-то, значит, взялась, восьмая. Вот он говорит, но мне кажется, что это так важно, что такое существует, да, и тут у него включилось то, о чем Ксения говорит, да, когда я уже что-то достиг, но при этом я понимаю, что мне самому будет кайфово, я стану лучше человеком, и я буду с большим удовольствием, в общем-то, пользоваться тем, что у меня есть, если я буду еще вокруг себя делать мир лучше. И то, что Илья сказал, да, что человек, который занимается интеллектуальным трудом, да, и каким-то странным культурологическим изысканием, тоже достоин вообще на приличную жизнь, да, приличный уровень жизни. Да, и вот тогда, собственно, конечно, этот человек просто дал стипендию этой талантливой девочке, чтобы она могла поехать в Эфиопию, в этом храме, там, делать то, что ей необходимо. Вот. И вся поэтика этой истории именно про то, когда, мне кажется, эти два мира соединяются, в общем-то. Да? И мне кажется, что сегодня мы прекрасно поговорили про труд и про будущее, и даже были достаточно оптимистичны, что меня, в принципе, порадовало. Вот. Дорогие друзья, я напоминаю, что это серия экспертных дискуссий без диагноза, что уже буквально 3 июня состоится еще одна встреча про будущее онлайн-образования, также на платформе ВКонтакте и на нашем лендинге talks.ranepa.sbb.ru. Так что, пожалуйста, подключайтесь, смотрите все предыдущие выпуски в записи. С нами сегодня были два доцента СЗУ РАН ХИКС, Екатерина Потапова и Илья Матвеев, и HR-консультант, замечательный блогер Ксения Авдей. Большое вам спасибо. Спасибо, дорогие наши зрители. Надеюсь, что сегодня было вам так же интересно, как спикерам. Это важно. Всего доброго. Спасибо. Всем пока. Спасибо.